Я сегодня ногу, блин, подвернул, мне не до игры, так что если я нужен буду, я на замене посижу. Наступил неудачно в сугроб, а там яма, блин. Пипец, ну как так? Залет. Ни Вот, хрена кстати, узнает. На ногу еле-еле наступается. стримы заводишь со звуком. Да, тут с чата, кстати, я до сих пор стрим не выключил с ДВшни рейда. Ты звук с этого Дискорда выключи и пускай со Ну, своим звуком играй. Леха просто тогда просил ему звук, чтобы он слышал и смотрел стрим. Товарищи вороки, зашли в инст, поставили шкаф. Чё стоим, мусолим? Если так, что по поводу продаж? Я так тихо говорю, или он меня сейчас кинул? Вопрос не конкретный. Что? По поводу продаж, все должно быть написано в Дискорде. У меня в Дискорде написано к тому, что нужно ли кому-то в рейде. Так, ладно, я тогда все-таки стрим врубать не буду. Если Леха напишет, я включу. Если я включу, я предупредю как-нибудь. Артем, насколько я поняла по продажам, у нас только вары из мейнов, кто голенький. Ну вот мне и надо три шмотки на кота. Адмирал, я могу стрим включить на Good Game. Меня спрашивают про кольцо с первого босса, про запы сурка и про Это вопросы к нашим варам. Пухан, Воет, Редвар. Можешь им в личку подолбиться, если они тебя проигнорят, с чистой совестью сказать, пошли в жопу. Элби, при чем тут я? Просто Лёха... Говорить ничего не надо. Просто Лёха за ДВшниками шпионил. Ну, Пухану, понятно, ничего не надо, он почти тупла. Пускай шпионит. Редвар... Редвару нужно, он говорил, что. И Воет. Воет хер его знает. Он просто залетал, вкидывал ГП, говорил как надо и уходил. Ну, нормально, чё? Правильно выполнял работу начальника. А чё вы это, очкуете что ли там? Собираетесь помирать или чё? Сейчас я включу стрим, просто у меня записи не будет. Вот это всё, что тебе надо? Да я уже включил в Дискорде. Офсет на... Тупости плюс один. Без записи. Ну хотя я включу запись, он напишет, я скажу. Звук включаю. Кольцо с первого босса, запы с сурка и пояс с тухого. Пояс. То есть нет, да? А в этот Редвар? Редвар только, я же тебе говорю, плащ, запы руки и кольцо. Нет. Запы не нужны. Кольцо свали, да? Ну, кольцо на Агилу, которое. РПБ крит. Это свали. Так, кольцо с тухлого это самое, я все не продаю, да? Получается. Еще Фрэнди есть, у него можно спросить про котовьи шмотки. Он только пришел. Нужны ли кому-то тоски? Что нужно? Тоски. Тоски. Что это? Запы. Могильная. Тоска. Так, Редвару не нужны, Войду не нужны. Так, чао, приста, собраны души. Или сего бездны? Кто там? Сего бездны, ау, прием, прием. На какой стадии у тебя квест Шрема? Мне нужно не на сковок кислород. И все, я сразу говорю, делаю шею. Кому не надо, все убежно. После меня. Сделано.
после Девороса идет, по-моему, Сила Бездны. На Аскуласа я не вижу, поэтому Сила Бездны следующий. А что за у вас очередь? Когда я, допустим, разговариваю с пианистом, он вообще говорил, никакой очереди у вас нет на осколки. Он дает приору, типа. Это и есть приор. Ну, это приорная очередь. Фунь, давай пока танк. А, окей. Короче, Карина, бери покупателя. На кольцо и запах. Ну, то, что ты назвала, это больше никто не называл. Всем нужен плащ и корабли, пояс проф и какие-то пуки. Перчатки нужны? Ботинки еще нужны, СПДшные. Это СПДшные, мы про котов. Не, это... нахер котов. А что у нас с Норглетом? Не пойдет про? Не знаю. Он интернет-тревогает, у него не подзаходит на X2. Типа на все заходит, на X2 не заходит. У меня такая хуйня была. Ребят, уже 25 минут, фудим и фудим. А фунт спекнулся? Дайте бафов хотя бы. Конечно. Ты что, без бафов не могёшь? Так, хилы тут, танки вперед. Кому-нибудь перчатки нужны с Тухова? Какие именно? Учитывайте, что часть игроков сидят в другом канале. Ну а кто не здесь сидит, тот вообще не прав категорически. Ну, с другой стороны, они правы. Ты говоришь перчатки из гневоморда, которые с хоста РПБ, то они мне нужны. Зачем они вам нужны? Взяли бы с РПБ крит. Побейт. Немножко отходил, уже выйдет. Зачем тебе, Артемия, шмотки на Агео? Собирай на ткань. Больше интеллекта, больше урона. Это продажный рейд. И она про покупателя спрашивает. В смысле продажный рейд? Это же хэм. Это продажный хэм. Если никому не нужно, ну, то хэм. Если никому не нужно, то продается. Зачем пылить-то? А если людям говорят, то что нам не надо? Адмирал, ну, если надо, не ждем покупателя. Если ты не слышишь. Поэтому она и докапывается, надо или не надо. Чтобы не взять покупателя на то, что нужно людям. Люб человеческий автомат. Я не понимаю, что ты сказал. Если человек говорит, что ему надо. Ну, если надо, значит не берем. Вот и все. На ближайших боссах нужен? Ну, давайте пока и так норм собрались и что-то. Ну, давайте, если где-то нужен, киркните. Ну, я типа в Дискорде, но может отходить буду. Ну, на сложных там зайдешь, вместо миликов, там Синдрак, какие-нибудь личи всякие. Кули. Все равно говорят, да, ваш шаманов понерфили нахер? Бесполезный шаман. Не берем. А, я тебя понял. Значит так, да? Слабенький теперь. Теперь Кирилл-то просто для Геры только брать надо. Прожал одну кнопочку. Не слышал до конца. Миш, мне тебя и так только ДМП. Правильно, вам своей-то не хватает. Ловушек нет, не бойтесь. Хорошо, не будем бояться. А вообще, Лена могла зайти за друида, а Мир за Расторшамана и Настя за, получается, кого, ДЦ, да? У нас Адмирал ДЦ. Значит, то он спекнулся бы Холика. Не, ну Холика не шмот. И тогда у ДВ не осталось бы ДЦ. Боже мой, да всем насрать. Правильно, да, вы, чтобы...
Нет, там всегда есть Мозер, которого можно спекнуть в ДТ. Да. Мозер с двумя Т5 пускай дамажит. Ой, будет ДТ-ш. Там есть кому дамажит. Кому, тебе что ли? Конечно. А что, магов не понятся ли? Смех смехом, но мой маг примерно столько же сейчас дается, как шаман. Говно твой шаман, вот мы и выяснили. Ну, на нормальных боссах я не тестил, но я думаю, примерно так. Маги, поставьте-то стол уже. На кормушку. Дайте жрать. Сейчас Хотова подождем. Шкаф с Моней. Рыблю поставим. Блять, Адмирал, после того, как ты зайдешь на мой аккаунт, я не знаю, у меня просто здесь пиздец какой-то творится, как после пожара, сука, блядь. А, кстати, я заметила, Лен, что после того, как Адмирал на мой аккаунт заходит, у меня все бинды слетают, вообще все. Поэтому, когда я на его захожу, пристав, у него нихера не слетает. Маги, поставьте стол, пожалуйста. Так, вы что-то поменяли, я смотрю, да? Ника, поставишь кормушку? Маги, поставьте, пожалуйста, порт, там просит портал поставить. Так, у меня портал, я стол. Кто хочет уйти? Коника, куда ты собрался? Ну, я уступаю, вот, покупатель. Ты спросил, кто хочет уйти? Кому ты уступаешь? Я не спрашиваю, кто хочет. Покупателю. А, покупатель? А где покупатель? Да, если меня здесь спрашивают... Фу, баф по окам дайте. Я не вижу покупателя, кому вы хотите? Ты меня здесь спрашивай, я тебе возьму покупателя. Да, тишина. Скорее всего, нас смотрит. Скажите, пока она начнет, я только травку вторую. Чё, кто-нибудь видит? Давай, кто-нибудь я... Литер увидит здесь? Четвёртая группа. В Дискорде. Да, в Дискорде она. Я вышел. Ну, давай, я выйду. Я вышел уже. Коника вышел. Командос покупать. Ой, Йора, твой тёзка. Почти. Сантей, ты в Дисте в этом? В Афлике или в Дим? Кто МТ, кто ОТ? Вот, поставь. Кирс, кто ставит на Линк? Я для меня поставлю. Ты можешь мне спокойно отдавать лутер, потому что я вижу у тебя осколки, могу их передавать. Все. Еще раз прошу, надеюсь, в серой точно никому не нужен пояс, ой, запас сухфа. Тоска могильная. А мы их уже несколько раз продавали. Ну, на всякий случай, а то скажут потом. Если молчат, потом значит все, говоришь, иди на окно. Ну, а чего не хватает? Заткнулись все. Кто на бате? Коват МТ. Я вот это. Всё, тогда в порядке. Готов, нет, Коват, плюс-минус. Готов. Если мы по готовности, блядь.
на ханте. Хороший покупатель, да? Что за хило? Только можно делать... больше стоить. Я на шипе была. Тогда кому вопросы? А насчет 3 хила? На шипе не хилишься. На тебя невозможно юзнуть. Стойте, бейте. Редвар, не сопрота. Артемия, без сопрота. Азар, без сопрота. Хисаян, без сопрота. Нет, Редвар тогда... не за сопрота умер, он далеко стоял. Я тогда не вижу, на нем... На кисло может сопрот не пьем, я не знаю сколько. Неважно, это ваша проблема. Можете выживать без сопрота, выживайте как хотите. Но если не можете, ваша проблема. А не проблема, что у нас... На пятом месте под хилу танк. А потому что мы в 4 хила, я же сказал. Мы идем в 4 хила. Клянуйте смерть. Все, кто умер. Сейчас, ну-ка, ну. Я была на шипе, меня разбили с шипа, и получила 11 луж и умер. И чё за хилом? Гоните смерть, Артемий. Сейчас линкую. Она откатилась за 2,5 секунды. 2,26. 1,28 секунд у нее было 50%. Холодное пламя. А... Я стояла в центре. Ну да, это значит, остальные линканите себе. Вы можете линковать. Вы. Прокалывание, вихрь костей. Турнир. Лужа. А, кислый, будем делать квест? Да, можно. Отлично. Я скинул последние 10 тиков удары по Артемии. Я реву. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть... Ну все готовы? Есть тут кто трэш-то бить? Адмирал, мне правильный отхил показывает? Секундочку, нет, неправильный. Смотрите, пожалуйста. Можно канал правильно посмотреть? А, без вопросов. Канал. А, поставьте, пожалуйста, шкаф где-нибудь в уголочке. Вот. Юрий, все, до свидания. У меня сундук зайдет на селфи. Все взяли квест. Идите, короче, квест мобу, я буду уже... Идите все к квесту мобу. С этой стороны будем агри. Все, поехали. Хватит там это... Блин, разрулил. Давно уж начислил уже.
Заберу нас. Сотка Редвара, сотка Азара, сотка Хисаями. Тупая смерть. Редвар, Хисаями и Азара. Блять. Азара. Хилы. Будет не про хил, будет прилетать вам. Кисло, за 2 секунды научи человека ловить на 20%. Мы согласились четвером идти. Проблема, хоть ты 10 хилов сделаешь, тебя за 2 секунды не поймают человека с 20%. Тем более, который наш... Одна была, одна на шип. Что, шип не хилится как бы? Шип не хилится. То, что хилится шип, это баг Сирус. Он не должен хилиться. Окей, вопрос к ДД, которые не разбили меня, хотя я стояла в самом центре. Вот вопрос к ДД. Запись идет потом. Я ничего сейчас не скажу. Конечно, не глянуть сейчас, но я как минимум видел, что 2 человека билет вышиб. То есть это я и кто-то еще был. 20 ДД в рейде. 20. 19. Кто с ним зашел? Адмирал, потому что он 100% хилит сейчас. Да хоть 3 хила ты сделай, если люди не будут пить шипы и стоять в лужах. Ты хоть, да, не знаю, тут 7 хилов. Там была ситуация, что, я не знаю, видимо, привыкли, что анонсят вихрь. Там была такая ситуация, что вихри разбежались только тогда, когда босс начал крутиться. Там появилась лужа, и вот все просели по хп. Типа, все стоят по нему. Это не виноваты хилы, мы тоже выбегаем. ДД стоят, бьют босса, правильно? У них босс в тарге. У них это к одному хилу. Который на хилю в 3 раза меньше остальных. Ну, как бы... Я молчу. Мы в прошлый раз кислые тоже были практически в 3 хила. Там был Лёша, но он или подвис, или чего-то. И мы хилили в 3 хила, и мы прохилили, у нас никто не упал. Проблема в том, что перед вихрем, говорю, никто не разбежался. И под боссом появилась лужа, и мы все просели. Ну, трое без сапру. Я на полностью права, реально. Не с другой стороны, я извиняюсь, хуел хили, вы можете начислить. Просто потому, что мне сейчас приехали родители и начали сверхсканировать. Хватит, пожалуйста, флудить в рейде. Очень прошу. Вы разговариваете в 10 ров. Надо больше. Кислый. Тут саппорт нужен только от лужи. Все остальное это физика. И шип, и АОЕшка. Я тебе начислил сотку? Нет. Почему ты до сих пор какие-то претензии кидаешь? Потому что ты... Я начислил тем, кто сдох и сдох уже. Артемия, пожалуйста, хватит. А что тут входило время босса? Сейчас еще одно слово лишнее в рейде, я начну раздавать вам ДП. Кто третий танк? Можно меня сволочь. Смотри, у Пухана есть танк спик, у Розового Ротика есть танк спик. Ну и у тебя еще тоже есть. Ротик, полукотик. Рена. Спекнуться на пятом хилом или не надо? Надо, надо. Ну окей, я сейчас спекнусь. Кислый. Не слышно? Да. Вам я нужен сейчас? Кто это? Йогурь? Так, кстати, Нурглет притяжка, раз ты такой... А, Нурглет, да. Все нормально все со связью? Более-менее, сейчас стабилизируется. Так, желающие есть на замену? Вон Ника пусть ходит, погуляет, но, блядь, зайдет, блядь.
Ну, как заказчик сам решает, ты же. Сейчас я мельком посчитаю. Да, ладно. Вот вам и три танка. Шкаф. А, релокнусь, аддоны врублю. На боссе кто? На боссе Нурглет и Коват. Афоний слева. Бест видно на второй фазе. На... С Дарнованом чё? На Дарноване Хисаями. Так, Коника слева. Вместе с Войденом. Войден тоже помогаешь, Коник. Слева средний моб. Бьете его не там, там начинать не надо. Дайте ему прийти в трусы. Другой трэш вот здесь. Так, Артемия. Задний моб на пол. Нурглет. Пухан. Справа первый, двор. Справа задний. Ну, в смысле, лопнах. Монород. Первый справа, Френдзик, вместе с старым варом справа. Вага на боссе. Если что, свечишься, куда надо помочь. Так, сова одна, так что на контроле все. Вопросы? Так, Войден, вот видишь сова, подойди сюда. Войден на лестнице сзади. Первостепенная задача, слева выйдет Дарнован, таунтом без доток вот сюда вытащишь, хисаями за овцу. Что, Вага? Все готовы, Афоня, чё? Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Ой-ой, забери. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Контроль 5. Ты не смерть. Противиться моей воле. Че еще дальше? Еще видимо. Контроль 5. Слева фанатики. Ну, слева видите, пожалуйста. Благословение. И покажи чужакам мощь нашего господина. Стоп, побос. Гимн слит. Призыв 10. Стоп.
Ай, блядь, посох ебан. Все, перевлечь. Не бейте, не бейте. Вот после трэш, все в трэш. Довольно. На угле забирай. Дарнована, вытащите. В центре убейте, пожалуйста, РДД фанатика. Сними акцию, станчу. Кого заберешь, могу? Или... Призыв 3. Духи мили. Я босса бью. Бей, я заберу. Сандей, удачи, скиньте. Хесейн. Арнавана, уберите. Вар. Вытащи его туда на лестницу. Тогда задается один вопрос. А как меня шотнуло? Макс, сними овцу, я ставлю. Потом разберемся. Просто один раз палкой ткни ему в глаз. Ты не в силах противиться моей воле! Духи. Народ, БР. Френдик, БР меня. И рядом с тобой. Баф. Контроль, звездопад, откат. Второй код коника БР. Не пришел. Сантей, я на планетяне скинчу. Давай, я сам БР. Саями, не лови. Баф. Рогу на косты. А, все, добиваем босса. Дарнован взорвался. Я завис. А осколок вообще выпадет, если с тупость на роли? Или кто? С чем? На замене что-то тоже лут выпадает на ролл. Боже.
Так, у меня телефон, отойду на минутку. Миш, ты здесь? Миша? Кисло здесь? Меня слышно? Да. Да, на телефон говорит. Ну там сосёт, я смотрю. Ты имеешь, что стало? Дело, Гос. О, Кис, у тебя вопрос. Какой? Мы в первом рейде начали вагонить людей. Ты про гея? Да, я про арестор шамана. Почему Элбрил сидит на мене, шаман Твин, блядь, сидит? Потому что Элбрила не было, когда мы рейд формировали. Да, я, Лёха, опоздал, и у меня ногу вывернул себе, либо перелом, либо что-то такое. Хорошо. Окей, хорошо, опоздал. На данный момент что он делает в рейде, а Элбрил... Почему Лена присутствует здесь пистолом? Каким мы здесь присутствуем? Не знаю. Тут есть два ШП-приста, которые лучше тебя по ДПСу. Почему Ход сидит на замене, а Пухан с ДВ-состава сидит в рейде? Почему Лок с ДВ-состава сидит в рейде, а Ника сидит? О, Хота пингует. Ну вот эти вопросы интересуют. Что Твин вообще в рейде забыл? Твин, который на леди, три раза меньше нахилил, чем хилила Полина. Не, если хотите, вагоньте.
Я не против. Ника не на замене, она была в рейде, она просто до места Нурглета. Нурглет у нас подъявился в рейд, нам нужен был третий танк на рейде. Сейчас мы бомбаса, сейчас мы переделаем. Просто, как бы, оно правило для всех одно. Никаких твинов вагонов в первом рейде. Зачем нам вагоны? Вы осложняете все жизни. По поводу твинов я говорил. Все твины могут ходить только во втором рейде. В первом рейде я ни одного твина не должен видеть. Захожу, вижу твина. Адмирал может зайти магом. Но у адмирала бисовый маг, во-первых. Во-вторых, он может только Мишу подменять, если Миши нет. Но опять же, Миши нет. На работе. Миши нету. Адмирал не на маге, адмирал на пристевке. Вопрос. Почему Настя не на Присте, а адмирал не на Майе? Сейчас у них КД. Менять уже нет смысла.